Господа, вы, наверное, думаете, что я телевизор. Да нет, я никакой не телевизор. Я вообще к слову телевидение так слегка прикольно отношусь, хотя, в принципе, работаю на этом телевидении 22 года. Я прекрасно видел людей, у которых кукушка съезжает. И таких людей очень много. Я не такой, поверьте мне. И так же, как и вы, я, извините, тоже иногда лажаюсь. К слову о том, где я покупаю запасные части? Вообще-то, ну, чтобы это было дешево, я их покупаю по eBay. Дешево, вкусно, ну и подождать приходится. Но сегодня и сейчас, когда я приехал сюда, я задал вопрос. Мне нужны запасные части. Мне нужны просто запасные части. И оказалось, что здесь мне запасные части привозят, во-первых, дешевле, чем на eBay. Как-то странно получается, да? Во-вторых, они есть в наличии и срок заказа от 2 дней. Куда я приехал? Я приехал на Октябрьскую, 22. СВ авто. И мы сейчас туда и зайдем, и объясним, почему такое случилось. В общем-то, да. По сути событий, я, походу, не прав. Так, что ли, оказался? То есть, eBay хорош. Но оказывается, здесь сейчас eBay курит. Так получается. Все, что нужно, да и дешевле, есть здесь. Чё-то я не пойму. Почему это случается? Почему это здесь, на Октябрьской 22? Прямо рядом с аквапарком. В чем вопрос? Хотите? Разберемся вместе. Итак, почему, собственно говоря, здесь у вас такие вполне классные, демократичные цены? Я бы даже сказал, что вы еще и ушибаете eBay. Ну, во-первых, потому что мы не платим аренду, наше помещение у нас находится в собственности, и, соответственно, лишних накруток нам делать не надо. И Мерседес тоже есть. И Мерседес есть. На все. То есть, о чем мы сейчас будем говорить? Мы готовы вам предоставить автомобильные запчасти по недорогой и весьма демократичной цене. Именно. Какие запчасти вы можете привезти? И вообще, давайте о вас расскажем. Чем вы занимаетесь? Ну, вот расскажу о нас. Наша компания СВ Авто, она специализируется на продаже автозапчастей и аксессуаров для иномарок. Мы предлагаем нашим клиентам качественный и профессиональный подбор автозапчастей по оптовым ценам. Очень интересно, оптовые цены. Кроме всего прочего, я вот за вашей спиной заметил, что есть и такие вещи, которые абсолютно идентичны для всех. То есть есть хомутики в том числе. Есть все. То есть мы будем говорить о том, что если что-то у вас необходимо, сроки поставки просто, ну, чтобы было понятно. От одного дня. От одного дня. От одного дня, да. Если у нас чего-то нет, на следующий день у нас уже все это есть. Вот это круто. Да. А я уже кое-что заказал, но оно тоже у вас есть. Как это ни странно? Это не странно. У нас потому что очень большой выбор автозапчастей, широкий ассортимент расходных материалов, большой выбор автомасел по самым низким ценам. И имеются в продаже детали двигателей и подвески. То бишь, все свое, без аренды. К слову, зайдите хоть куда, кроме Октябрьской 22, и спросите про аренду. Везде она есть. И по сути, вы как покупатель ее и платите. А то как? Всемировой бизнес так и строится. Теперь другой вопрос. Как насчет машин крутых? Ну слава тебе, есть они, реально нормальные. Теперь вопрос клиентов. И спасибо нам, мы замечательных людей к вам загоним. Да в большем, чем где-либо количестве. Я вам сейчас принцип Китая объясню. То есть у нас полная бредятина. Нас лечат и не по-детски. Китай, естественно, рулит. И они путешествуют везде. И принцип лучше продать в 1000 раз больше по адекватной цене, чем ждать того, кого вам предстоит обмануть. Я просто объясню суть бытия. А суть событий простая. Все изумительные машины поставляются на Америку. Но американцы не лохи, не хотят впариваться в дорогие запчасти. А если и впариться, так кинут поставщика машин. И он будет долго потом продавать он их на российском рынке. Я как-то удивлял многих, но по старому курсу доллара вся подвеска на 140-й стоила 7 500 рублей. Вся подвеска на крутого мерина. Ну хватит нас за лохов держать, мы не такие. И вот оно то самое место, без измен, на Октябрьской 22. Отличные запчасти в срок или сегодня. И по цене дешевле eBay. К слову, есть и приятные сюрпризы, как то подставки под номер, да и много еще интересных вещей
так благостно освежающих аромат вашего автомобиля. То есть, когда вы видите, что здесь написано, что 40 заказов от одного дня, это все-таки клево. Ну, наконец-таки мы вернулись на круги своя. Ну, наконец-таки мы можем ездить на иномарках, зная о том, что процедура ремонта... Да, такая же, как и на отечественный автомобиль. Только маленький вопрос. Когда вы покупаете запчасти на иномарку, сколько они ходят? Ну, явно не столько, сколько наши запасные части, которые затем восстанавливаются в Прибрежном. Есть такое местечко рядышком, в Тольятти находится. Так вот, чтобы вы поняли, да, как все это дело восстанавливается. То есть все берется, аккуратненько все это дело доводится до ума, прессовывается туда новое масло, и вы на нем ездите, ну, 5000, не больше. Здесь все нормально. Хорошее масло, хорошие вещи, но, естественно, это не Россия, потому что это все-таки иномарки. Какие иномарки? Ну, по сути событий, все иномарки. Обратите внимание. Европейские, корейские, японские и американские машины в том числе. То есть, когда мы говорим о сроках доставки и о месте, где вы все это дело можете купить, то другого места, кроме как вот это, я, по крайней мере, не вижу. Сможете ли вы составить им конкуренцию? Ну, судя по тому, что вы со мной не работаете, я думаю, что у вас ничего не получится.